вот, ребят, хотел рассказать, как я косячу. Косяки случаются при вождении опытных водителей. Ну, я не считаю себя слишком там опытным водителем каким-то там. Стаж как бы есть, но косяки случаются. И они характерны для механики только. Ну, понятно, первый косяк — это когда ты не в попад включаешь скорость передачи. То есть выбираешь не соответствует скорости. Когда ты, например, едешь там, ну, там больше... 6, ну, больше 50, там, да, 60 км в час, и включаешь там при этом вторую передачу. Соответственно, это, ну, это не соответствует выбранной передаче, это скорость, и получается, что мотор начинает реветь в этот момент. Также наоборот, когда, например, ты едешь там 15, там 10-15 км в час, и 10 км в час, и включаешь там вторую передачу, она не всегда вытягивает на этой передаче. Но больше, чаще, конечно, когда ты там при повороте и так далее, там выбираешь там при 50 км в час, там при пологом повороте, выбираешь вторую передачу, она не, ну, это слишком низкая передача, и двигатель начинает реветь, там 3,5 оборотов в минуту развивает. Дальше второй косяк, когда я не довыжимаю сцепление. Бывает такое, что здесь типа нужно его продавливать, сцепление. Когда ты его не довыжимаешь, получается так, что ты втыкаешь там передачу, допустим, там третью, и она хрустеть начинает, потому что ты сцепление не выжим, не разомкнул, получается. У меня было такое несколько раз, это очень неприятно, это косяк жуткий, это я в этом, как бы, ну, я не дожимаю просто. Ну, особенно, когда ты на повороте, там тебя подбрасывает в этой сидушке, ты едешь, и бывает такое, что ты как-то не довыжимаешь сцепу. В этот момент, конечно, блин, вообще такой треск стоит. То есть получается, ты просто по шестерням передачу втыкаешь, не разомкнул, и получается, втыкаешь передачу. Хруст такой стоит, блин, жесть, вообще не по себе, капец. Вот. Еще бывает косяк, когда тормозить начинаешь. Ну, здесь вот помощник торможения. Начинаешь сильнее тормозить, ну, как бы притормаживаешь, она колом встает, и аж дым идет, аж запах. Вот это тоже как бы не очень кайфово. Еще бывает косяк, когда сцепление бросаешь. Здесь даже, ну, как бы при переключениях, даже там вторая, третья, там, ну, особенно со второй на третью, нужно немножко как бы плавнее это делать. Да, получается, что ты как бы бросаешь, и она начинает как бы подергиваться, машина начинает так вот и подрыгиваться начинает, не очень. Ну, может, это, конечно, жесткое сцепление здесь сыграет, что здесь пружины, может быть, жесткие стоят, не знаю, как это, ну, объяснить эту ситуацию. Вот, так что вот, ну, это, конечно, не часто встречается, большинство переключений, конечно, 99%, они происходят практически как бы идеально. Вот сейчас вот мы едем, тут все нормально, как бы, но бывает и такое, бывает и такое. На автомате, конечно, такого не было, когда я ездил, потому что там как бы механика и автомат, как бы, а тут механика. И вот получается, что не всегда это получается сделать. Вот. Не всегда все гладко. Ну и, кстати, да, здесь бывают такие тычки переключения, особенно когда вот я 92-й заливал. А со второй на третью перетыкаешься, и она как бы подергивается немного. Вот сейчас на 95-м такого нет. Вот сейчас перешел на 95-й. Сейчас вот вообще все нормально. Ну, пробочки, тянучка, пробочка. Как обычно, тут у нас новый мост строят. Вот такие вот дела. А так, в общем и целом, полет нормальный. Ждите следующих видео. До встречи.